Второй срок полномочий. В субботу прошла инаугурация вновь избранного главы Сургутского района Андрея Трубецкого. В числе почетных гостей на церемонии депутаты муниципального, окружного и областного уровней. Впервые на официальном мероприятии побывали мама и супруга Андрея Трубецкого. Как близкие отнеслись к его решению продолжить руководить муниципалитетом, узнала Валерия Кудрявцева. Избрать на должность главы Сургутского района Трубецкого Андрея Александровича. Инаугурация Андрея Трубецкого символично прошла в Барсово, в поселении, где глава вырос, окончил школу, где учителем работала его мама. Надежда Федоровна вместе с супругой избранного главы района тоже присутствовали на церемонии. Я 7 лет работаю в муниципалитете, и чистая правда в том, что и мама, и супруга первый раз посетили вообще мероприятия, связанные с моей работой. То есть вот назначение на второй срок – это пока на сегодняшний день единственное мероприятие, где присутствовали мои родные и близкие. Тяжелое решение для них было, но поддержали. Гостями церемонии стали и депутаты районной, окружной, областной дум. Галина Резяпова поздравила Андрея Трубецкого и выразила уверенность в том, что Сургутский район был и остается в надежных руках. Если сравнить предыдущую пятилетку, которые Андрей Трубецкой был главой, и сравнить ее с предыдущей пятилеткой, то цифры говорят именно о том, что он умеет блистательно управлять ресурсами, которые есть в Сургутском районе. Я говорю о финансах, я говорю о кадрах, я говорю о общественном состоянии, о гражданском обществе, которое есть или нет его в муниципальных образованиях. Выборы главы Сургутского района прошли в пятницу. На голосовании присутствовали 11 парламентариев. И все они единогласно поддержали кандидатуру Андрея Трубецкого. По мнению депутата окружного Заксобрания Игоря Бруслиновского, такое решение было очевидным. Сургутский район последние 5 лет является лидером в Ханты-Мансийском автономном округе, в Российской Федерации, как лучшее муниципальное образование по разным направлениям. Это говорит тоже о многом, это говорит о сбалансированной команде, о нормальном, здравомыслящем, умном руководителе. И мне кажется, то, что его переизбрали на новый срок, может вселять в избирателей, в жителей Сургутского района только большой оптимизм. Сам Андрей Трубецкой отметил, что на второй срок пошел не за наградами и цифрами, а чтобы делом доказать, что Сургутскому району есть куда расти. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Барсово.